Заходи на Анвап. Смотри фильмы онлайн. Или качай на телефон или планшет бесплатно. Так, давай. Попробуй. Молодец. Присядь немного. Отлично. Теперь два раза. Защитник. Поехали. Теперь попробуй закинуть. Давай, продолжай. Готов? Молодец. Все правильно, хорошо. Однажды ты станешь чемпионом. Умница. Отлично, сынок, чудесно. Давай, Джеймс. Хорошо. Я первый. Давай двухочковый. Хорошо, детка. Тебе было весело, сынок? Конечно, пап, ты классный. Нет, ты классный. Дай 5. Привет, милочка. Иди сюда. Стой, я хочу с тобой поговорить. Слышала, отбитые парни к тебе обращались, а ты их отшила. Думаешь, ты для них слишком хороша? Сынок, я люблю тебя. Этот центр — сокровище каменных джунглей. Если ты когда-нибудь захочешь вступить в какую-то банду, этот центр тебя спасет. Будь в центре, избегай уличных разборок. Пообещай мне. Ну, ясно. Не говори, что я не предупреждала, милая. Хорошего дня. Хорошо, пап. Но ты что, куда-то уходишь? Нет, сынок. Я всегда буду рядом. Видите ту цацу? Вы ее грабанете. Быстро и беспощадно. Заберете сумку, вступите в банду. Мы все сделаем, большой брат Грим. Да, за отбитых парней. Хорошо. Что ты думаешь об этих двоих? Мне они кажутся слегка дикими. Однажды это их погубит. Когда повзрослеешь, я хочу, чтобы ты пошел по моим стопам. Получил работу. В этом самом центре, ладно? Хорошо. Отлично. Ты молодец. Прогресс налицо. Нет! Отвалите от меня, придурки! Сынок, времени вызвать копов нет. Прошу тебя, стой на этом месте. Давай сюда сумку. Но, пап, размечтались. Никаких «но», пообещай. Оставьте меня в покое, идиоты. Люблю тебя, сынок. Боже, тогда я и не знал, что это будут последние слова моего отца. А в центре, куда он меня однажды привел, я буду работать. И всеми силами стараться его защитить. Благослови каждого, кто поступает и чувствует. Благослови всех присутствующих. Да будет это мероприятие во благо. Оберегай нас от зла и помоги собрать необходимые нам деньги. Только будь осторожна, я знаю. Если что-то случится, мы прикроем. Только скажи, куколки держатся вместе. На это я и рассчитываю. Никто не должен знать, что ты делаешь. Ну что, готовы? Справишься? Конечно. Они ведь не пощадят. Попасться нельзя. Многие девушки волнуются в первый раз. Да? Я не волнуюсь. Хорошо. Ты выбрала правильную куколку. Я в тебя верю, милая. Вот и правильно. Не спеши, покажи, что умеешь. Найди сайт лучшего букмекера 2021 года Malbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай.
я расскажу, какой тупой у меня брат. Рисовать каракули его учил репетитор. Он как-то собрался за город, увидел знак «Проезд запрещен» и вернулся. Здоров, Пит. Босс. Опять объявилась та самая блондинка. Да, она наблюдала за вами. Погоди, ты серьезно? Да. Честное слово, опять то же самое. А теперь еще и фотографировала. Пит, эти фото никто не должен увидеть. Необходимо все уладить. Позаботься о ней. Хорошо, я понял, сэр. За ОП. Нечего было лезть к отбитым парням. Без лишних церемоний я хочу представить некоторых наших сотрудников. Мистер Моррис Найт, мистер Терренс Пауэлл. Я пойду посмотрю, как там остальные. Слово предоставляю им. Кто готов безопасно посидеть? Вы все сегодня классно выступаете. Я хочу, чтобы вы хорошенько разогрели голосовые связки, подготовили свои ноги к пляскам. И давайте зажжем. Время веселиться, народ. Кто на очереди? Следующий участник. Отбитые парни в здании. Отбитые парни на месте. Смотрите, я покажу, что значит зажигать. Все слушайте сюда. Раз, два, раз, два. Мы отбитые парни, сегодня грабители. Все руки вверх. Уходите отсюда, бестолочи. Мы вас не приглашали. Не будете уважать моих ребят, вам не поздоровится. Скажи, милый. По-моему, следующие должны быть они. Мистер Брэкстон, мистер Брэкстон, здесь отбитые парни. Что мы будем делать? Ты искал офицера Форда? Его нигде нет. Там много бандитов. Они везде, нам конец. Подожди, мне надо подумать. Нельзя, чтобы кто-то пострадал. Вы что, свихнулись? В зале моя мама. А? Но у меня есть план. Готов? Да. Идем. Что вообще произошло? Куча бандитов вот так просто пришла на шоу талантов? Хватит, козлы! Пит, за ним. Так тебе, получай. Слушайте, сегодня я был главным, и я должен написать об этом деле отчет. Посмотрим, что ты можешь. Сволочь! Ты меня чуть с ног не сбил. Мне нужны ответы. Я хочу знать, что случилось. Рассказывайте. Братан, не делай этого, все нормально. Давай, вставай. Живо. Беги. Вали отсюда. Погоди-ка, Джеймс. Не наезжай. Мы, как и ты, не знаем, что случилось. Да, Брэкстон, если ты вдруг не заметил, мы были с тобой. Работали, пока ты там развлекался. Развлекаться? Это точно. Ты бы попробовал хоть раз поработать и не выпендриваться. Чего?
Успокойтесь. Вы не хуже меня знаете, что Джеймсу пришлось готовить шоу. А это непростая задача. Нужно разобраться с теми, кто стоял на входе. С нашей любимой охраной. Лиза права. Простите. Извините, что вышел из себя. Но это происшествие очень плохой показатель для нашего центра. Меня назначили главным, и я должен разобраться. Не только тебя. Что? Что ты сказала? Не только ты все устроил. Что это значит? Мне пришлось договариваться, чтобы это дурацкое шоу вообще разрешили. Серьезно? Что? Ты же шутишь. Серьезно? Забей. Прямые трансляции. Широкая линия ставок. Высокие коэффициенты. Моментальные выплаты. Удобное мобильное приложение. Ставки на спорт на любых платформах. Всего один шаг к победе. Ставка. Выигрыш. Мелбет. Ты раздражаешь не меньше, чем наша детвора. Все умирают, все. Детишки, тёлки, бабки, мелкие пёсики, рыбы, вообще все. Мне, блин, насрать. Давай, вставай. Садись. Ни черта не получилось на том шоу. Чё с вами такое? Да такое дело, Стил. Мы ничего не могли сделать, ты ж понимаешь. Я видел, что не могли, придурок. Но почему? Мне нужны ответы. Живо! Да, надо было его прикончить. Так, погоди. Я не ослышался? То есть мы отбитые парни слили одно из самых серьезных дел из-за какого-то инструктора? Серьезно? Нет, я так не думаю. Прицепи на стену. Если он еще раз влезет в дела отбитых парней, вот что он получит. Смотрите. И вот что будет с вами, если еще раз облажаетесь. Вы меня поняли? Я разочарована в тебе и в персонале, Джеймс. Когда начальство узнает об этом происшествии, все будут недовольны. Как ты знаешь, общественный центр хотят закрыть из-за сокращения бюджета. И несмотря на все наши усилия, этот инцидент может предоставить причины для закрытия. Мисс Уорнер, простите, я облажался. Джеймс, перед началом шоу ты должен был убедиться, что охранники находятся на отведенных для них местах. Ты же знаешь, какие они бывают безалаберные. В общем, я принимаю твой отчет. Но в следующий раз, для начала, хорошенько подумай о последствиях. А пока я постараюсь организовать еще одно мероприятие. Круто! Спасибо, мисс Уорнер. Джеймс, я не могу на тебя злиться. Кстати, ты уже говорил с Бивисом и Батхедом, нашими охранниками? Во Форесте и Форде? Эти клоуны даже с купами Кистоун не совладали бы. Вы должны поговорить с их главным. Ты прав. Слушай, Форд, я слышал, ты замутил с той красоткой-диспетчером.
И где же ты такое слышал? Не твое дело, приятель. А я думаю, что мое, старый индюк. Эй, старик, остынь, лады? Хочешь, чтобы мы разбились, что ли? Форест. Помнишь, в субботу мы заскочили на площадку? Ну и поэтому не успели добраться до центра. Помню. А в чем дело? Ты это записал как ложный вызов? Да нет, ты ж знаешь, такое иногда происходит. Ты, главное, следи за дорогой, уродец. Блин, братан, не обижайся, ты ж знаешь, я шучу. А ты смотрел вчера вечером новости? Смотрел. Но обычно ничего толкового не говорят. Слышал, что из центра выгоняют людей? Да, слышал. Может, и от нас избавиться. Ну, тогда найдем другую работу. Я бы так не спешил. Будем работать, как работали. Посмотрим, что будет. Бабки еще раз получим. Не знаю, братан, надо все-таки думать наперед. А если уволят сегодня? Мужик, ты хочешь жить нормально или нарываешься? Слушай, да я просто считаю, что мы должны продержаться до следующей получки. Что ты залазил об этой своей получке, а? Думай о том, чтобы с работой остаться. Не парься ты об этих деньгах. Говорю тебе, у меня есть план. Если ты в деле, бабло будет. Ты же говорил, что умеешь. Мы еще посмотрим, кто выиграет. Брат Брэкстон. Да, сэр. Слышал, что недавно произошло? Да. Не расстраивайся, дружище. Не переставай защищать этот центр. Вот именно, брат Джеймс. Старики на тебя рассчитывают. Это точно. Это наше место. Вы правы, мисс Говард. Мы в тебя верим. Спасибо. Мы без боя не сдадимся. Молодец. Правильно. Так держать, сынок. А ты подхалим. Мы, старики, готовы делать все, что требуется. Он прав. Защитим этот центр. Обязательно. Вы смотрите, девочки, что получилось. Знаешь, брат Джеймс, будучи сотрудником, я не могу ничего сделать. Должен выполнять указы начальства. Но вы, ребята, можете использовать свои голоса. Заявите, что центр нужно спасти. Конечно, мы это можем. Обязательно, милый. Мой голос важен. Восьмой, угловая луза. Да, голосование всегда необходимо. Это точно. Нужно не молчать и не бояться. Подняться и заявить о себе. Конечно, правильно говоришь. Так, девочки, победа за мной. Вы посмотрите на нее. А чего вы хотели? Шахматы, брат Джеймс. Конечно, с радостью надеру тебя, то есть сыграю с тобой. Вы его слышали? Теперь ты на моей территории. Посмотрим, что ты сделаешь. Я научу тебя уму-разуму. Слушай, по-твоему, нас хотят прикрыть? Официально из-за уменьшения бюджета. Официально? Понимаю, ты не можешь сказать. Но ты же тоже думаешь, что здесь что-то нечисто. Не могу сказать. Ничего. Я могу сказать за тебя. Здесь явно что-то нечисто. Шах. Это точно. Назад пути нет. Не знаю, прав ли ты, но знаю, как говорится в притчах. Слова лжеца исчезают быстро. Шах и мат. Проклятие. А слова правды будут жить вечно. Попался! Неплохо сыграно. Наконец ты хоть в чем-то меня обыграл. Аминь, брат Джеймс. Не принимай на свой счет, сынок. Сам же согласен, верно? Хорошо сыграно. Взаимно. Вы молодцы. Mm-mm.
Начинаем тренировку. Ребят, для начала разогреемся, отработаем базовые удары. Мистер Роберт? Да, сэр. Найди сайт лучшего букмекера 2021 года Malbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай. Замечательно, так держать, дружище, ты молодец. Спасибо. Прекрасно. Ну уже давайте. Да, черт возьми. Еще раз. Бросай, бросай. Быстрее, закидывай. Да. Шевелись, ну же. Размечтались. Братан, офигеть. Играть думаешь? Готовьтесь, сейчас я бросаю. Нечестно. Нарушение. Так, парни, хорош плакаться. Может, мы и продуем, но мы не нытики. Все нормально. Эти клоуны будто в финале НБА играют. Многие из них в финал Лиги развития не вошли бы. Пусть и считают себя профи. Стоп, в Лиге развития нет финала. Неважно. Думал, что на улице они будут спокойнее. Но в душном зале ведь сидеть всегда хуже. Еще и с ремонтом. Но нет, здесь оказалось хуже. Хуже.
Не тормозите. Ну давай, бросай уже. Я открыт. Мы открыты. Покажи им, давай. Мяч, Ти, какого черта? Ти, я же выкрикнул. Нарушение. Да пошел ты, храбрый только на поле, тряпка. Игра для мужиков. Не нарывайся, Ти. Реально. А то что? Покажи, что можешь. Я? Эй, парни, остыньте, успокойтесь. Он прав, мяч его, давай сюда, Ти, серьезно. Я могу ему разве что по роже дать. Козел. И ты иди в жопу, инструктор. Боже, вы как бабы, можно побыстрее? Я никуда не пойду, благодаря моим налогам это место существует. Серьезно? Ти, с твоих занятий не платят налоги. Ты спустишь ему это с рук, Ти? Ну ты крутой. Ты же ему ответишь, Ти? Очень смешно, защитник. Раз уж ты такой классный, может сыграем один на один или зассал? Не нарывайся. Ты же знаешь, что я опозорю тебя, Ти. Брэкстон, ты же на самом деле боишься, братан. Давай, защитник, сыграй. Чё, очканул? Как я и думал, боишься. Так вот, пока не сыграешь, на поле ни ногой, инструктор. Я главный на поле. Да, скажи ему, Ти, пусть знает. Может, вызовешь копов? Чтоб те убогие охранники спасли тебя. Правильно, Ти. Точно. Хорошо. Как скажешь, сыграем. Один на один, Ти. Но у меня одно условие. Если победа будет за мной, ты больше не будешь нас доставать ни на поле, ни за его пределами. Договорились? Хорошо, а если за мной, мы с парнями будем хозяйничать здесь. Точно. И вы нам мешать не будете. Вообще вас на поле быть не должно. Лады. Я согласен на условия. Погнали. Покажи ему, Ти. Давайте. В яблочко, Ти. Что за дела? У тебя в кармане кроличья лапка? Новичкам везет. Ну, конечно. Да. Это еще не конец. Давай, бросай. И не старайся, инструктор. Смотри, приятель. Я покажу, как надо. Да. Давайте, шевелитесь быстрее. Блин, мужик. Ты нарушаешь, старик, обманул меня. Не ной, это игра для мужиков. Точно, Ти, для мужиков. Давай, играем. Да. Отпустите меня, злые громилы. Вы большие задиры. Я расскажу о вас защитнику. Горилла, отпусти меня. Отпусти, отпусти. Я не хочу. Отпустите меня, отпустите! Без фокусов, Брэкстон, пощады не жди. Ты что творишь? Это что такое? Дальше никак. Да, ты застрял, дальше не сунешься. Что будешь делать? Давай так. Промажу. Победа твоя. А если попаду, ты сдаешься. Да ни за что ты не забросишь. Если вы наигрались, я вообще-то тоже хочу. Мы с парнями ведь ждем. Вот так это делается. Все видели, парни? Отбитые парни на месте.
Здесь отбитые парни. Так, парни. Спокойно. Нам нужен этот мудак, Брэкстон. Давайте без фокусов, и мы не разозлимся. В центре тебя не нашли. И замены никакой не было. Решили, что ты здесь. Хватай этого кретина. Не дергайся. Симпатичная у тебя косичка. Блин, какого черта? Так и знал, что ты начнешь бросаться на людей. Поэтому мы подстраховались. Рид! Нет. Отпустите его. Отпустите! Он же ничего не сделал. Сделал. К сожалению, он предпочел быть твоим другом. Все верно, защитник. Я знаю джиу-джитсу, знаю карате. Знаю, как орудовать ножом. Нам, конечно, было весело с тобой, защитник, но это уже поднадоело. Хватит! Больно? Пит, стреляй. Серьезно? Стил, свидетели. Стреляй, дебил. Ну же! Боже, ну ты и кретин! Какого черта? Ну давай, Макс. Вставай! Помоги Питу. Поднимайся. Давайте все успокоимся. Мы уходим, Макс. Они все испортили, испоганили мне игру. Не надо этого, Ти. Блин, да я просто пытался тебе помочь. Успокойся. Вчерашняя ситуация была национальным позором для министерства, города и общины. Каким образом очередная банда влезла в центр? Почему никого не было на входе? Ну, там должна была сидеть я. И где же ты была? Да, я просто отошла перекусить. За мной заехал парень. И, в общем, я немного отвлеклась. Ты можешь на работе думать о работе? Так, спокойно, Брэкстон. Во всем этом я виню тебя. Я слышала, что было на площадке. Ты должен смотреть за порядком, а не развлекаться. Да, сэр. Да, сэр? В смысле, мэм. Я думаю, что нельзя во всем винить Джеймса. Ты права, права. Конечно, милая. Я виню вас всех в этом паршивом фиаско. Пока в центре происходило черт знает что. Где вы все были? Что случилось, а? Где вы пропадали? Слушайте, я к этому никакого отношения не имею. Свою работу выполняю. Ну да, флиртуешь с каждым первым черным наркошей. Заткнись, идиот. Это неправда. Слушайте сюда, с меня хватит. Где были все остальные? Уорнер, ты не справляешься с управлением? Спокойно, мисс Райс. Честное слово, мисс Райс, это несправедливо. Мисс Уорнер и все остальные прекрасно справляются. Проблема в том, что нас подводят полиция и охрана. Мы имеем дело с бандами, барыгами, пушками, бандитами, взломами. Где же поддержка общины? Где поддержка министерства? Да, точно. Да. Вы не помогаете нам. От вас не дождешься. Слушайте, вам сейчас и так проблем хватает. Это не важно. Поймите, через 3 недели, для тех, кто не умеет считать, это 1, 2, 3. Центр закроется. Со всем уважением, Белинда, откуда это вообще взялось?
Откуда это взялось? Это указ самого Билл Бёрна, нашего начальника. И учитывая то, как плохо ты здесь справляешься, центр должен быть закрыт. Черт возьми, Белинда. То есть, мисс Райс. Это решение никак не связано с тем, что бюджет города неудовлетворительный. И он просто пытается прикрыть свою жопу. Нет ничего подобного. Он не пытается задобрить мэра. Политика здесь ни при чем. Да, конечно. Конечно. Слушайте, народ. Послушайте. Сейчас уже вообще не важно. Центр закроется. Скоро приедут люди и вывезут оборудование. Вас всех переведут в другие центры. А некоторым, может, даже определят новые площадки. Это неизбежно. Из нас вы решили сделать козлов отпущения? Это точно. Так значит, мисс Пайкс, вас я жду завтра у себя утром. Вы будете прикреплены к новой площадке. Что ж, надо было держать рот на замке. Слушайте, не знаю, как все, но я так просто без боя не сдамся. Идем. Стойте, что все это значит? Увидите. Увижу? Где мой телефон? Представляешь, она хочет здесь все поменять. В голове не укладывается. Зачем она так? Блин. Мне же не послышалось. Она хочет закрыть центр? Да. Хотя у нас людей навалом. Людей же навалом. И что будет с детьми? Куда они денутся? Так я и думал. $75. А остальное? Получишь, не волнуйся. Преподобный. Джеймс. Что случилось? Ты же понимаешь, что на кону. Конечно. Эти дети и так навидались в жизни всякого. Если это место прикроют, они лишатся последнего пристанища. Что будем делать? Ну, я поручил анонимным наркоманам помолиться об этой ситуации. Рад, что ни ты, ни другие сотрудники не опустили руки. Слушайте, я знаю, как важны такие центры. В этом центре мама воспитала нас с сестрой в одиночку после того, как папу убили. Так что я знаю, что они нужны. И благодаря этому центру я не попал в банду, пока мама работала на двух работах. То есть ты осознаешь, как необходимы такие заведения для наших детей? Мягко сказано. Здесь я научился драться, занимался разными видами спорта, шахматами, шашками, боевыми искусствами, единоборствами и много чем еще. И это только начало списка. Кроме того, когда я поступал в университет, мне предоставили стипендию. Я даже мог заделаться профи. Правда? Да. А что случилось? Папа. Папа раньше приводил меня сюда неустанно каждый день. Но однажды, не в силах противостоять своей природе, он решил поиграть в героя. Попытался помешать банде отбитых парней бесчинствовать. И это стоило ему жизни. Стоять. Нет. ОП на выход. Папа, прошу, не умирай. Сынок, помни, что я говорил. Джеймс. Приятель, мне так жаль. Я не знал. Да. Но знаете, после того, как ОП убили моего отца, я понял, что должен быть с общиной и стал инструктором в центре. Зря, наверное, устроил все это. Что ты имеешь в виду, Джеймс? Я имею в виду, что это место хотят прикрыть, и я чувствую, что это моя вина.
Знаешь изречение «Пути Господни неисповедимы»? Да, да, знаю. Доверься ему. Положись на него. Он все устроит. Если ты делаешь все, что можешь, винить тебя никто не будет. Вы правы, преподобный, но многие сейчас надеются на меня. Такое чувство, что я их подвожу. Слушай, прочитай Евангелие от Иоанна, 2 главу, 16 и 17 стихи. Помни, твое спасение в правде. И ты никогда не должен сражаться один. Хорошо, я понял. Серьезно, спасибо. Знаете, в мире нет лучшего специалиста в клише, чем вы. Я благодарен. Кстати, вы же хотели обсудить со мной какой-то образовательный вопрос. Да, у меня есть идеальная комната для занятий. Мы можем... Я хочу, чтобы вы с Тамикой убрали территорию вокруг здания и парковки. Нужно тщательно подмести. Здесь много стекла после вчерашнего происшествия. Можешь начинать, и когда Тамика придет, скажи, пусть поможет. Она всегда опаздывает. Начинай пока одна. Невежда. Я просил ее подойти. Будь добра, сядь в машину. Мисс Клайн, пожалуйста, дайте той девушке, Тамике, какую-нибудь раскраску и скажите, чтобы подождала в конференц-зале. Я забыл, что у меня сейчас другой клиент. Я скажу, когда ему заходить. И не соединяйте меня ни с кем. Вы что, с ума сошли, клоуны? Тот инцидент в парке ни в какие ворота не лезет. Блин, чувак, я так больше не могу. Да, я его грохну и пойдем. Тихо, брат Макс. Я разберусь. Да, брат Макс. Услышь-ка ты своего верного братана. Кстати, я хотел бы вас кое с кем познакомить. Мисс Клайн, пришлите моего помощника. Привет, Лоуренс. Для вас я мистер Билл Бёрн, мистер Хэс. Хочу познакомить тебя с двумя парнями. Это Стил и Макс Аут. Главарь и лидер нанятой нами группы ОПМ. Здоров. Здоров, Стил. Максим, для тебя я мистер Макс, дурачина. Господа, по просьбе мистера Билл Бёрна я договорился о том, чтобы и вас, и пару членов вашей, так сказать, банды выпустили из тюрьмы. В обмен на то, что вы сделаете кое-какую работенку. Да? Ну и чё? Проблема в том, что работу вы не выполнили. Общественный центр давно бы пора закрыть. Как я вам уже говорил, мистер Хэс, общественный центр Эндрю Янга — самое популярное место города. В среднем там... Срать мне, что там в среднем. Нам нужна та территория. Ах ты ж дебила кусок. Если резко его закроем, навлечем на себя беду. Дай нам время на выполнение плана. Йоу, Билл Бёрн, у нас проблема. Там работает какой-то чувак по кличке Защитник. Он нам жить спокойно не дает. Это Джеймс Брэкстон-младший. Знаю я, кто он такой. Он мой сотрудник. Вечно приходится за вас думать. Билл Бёрн. Сэр. Не представляю, что вы задумали, но что бы вы там ни задумали, я прошу вас поторопиться. Плату вы уже давно получили. Если к августу центр все еще не будет нашим, то вы, дружище, отправитесь на корм рыбам. Хорошего дня. А вы чего улыбитесь, дебилы? Мисс Клайн, пригласите сюда мисс Лав.
Присядьте, девушка. Юная леди, вы же хотите пробиться вперед? Разумеется, я хочу пробиться. А есть предложение? Ну, у нас есть один сотрудник по имени Джеймс Брэкстон. Скажи, ты знаешь такого? Конечно, знаю. Нереальный мужик. Серьезно. Мне кажется, он вообще все на свете умеет. Он просто... Нет, нет, нет. Он ужасный подстрекатель и наглый закоперщик. Закачо? В общем, он негодяй. Скажем так, он делает вещи, которые сильно портят жизнь общественного центра. Проще говоря, он противится нашим устоям. Серьезно? А что вы, собственно, задумали? Мы пытаемся закрыть общественный центр Эндрю Янга. Он устарел, он никому не нужен. Город не хочет тратить на него бюджет. Брэкстон – один из наших сотрудников, и он никак не оставит нас в покое. Он говорит людям, что, возможно, общественный центр Эндрю Янга все же не закроют. И тем самым очень сильно усложняет нам задачу. Да, я наслышана. Ну, а я-то тут при чем? Нам нужно как можно больше о нем разузнать. Ты работаешь в общественном центре. А значит, ты можешь предоставить нам информацию о его действиях. Но мы с ним едва знакомы. Слушай, просто пару раз в день сообщай нам, чем занят Брэкстон. А дальше мы сами. Так, погодите, стойте. Вы что, вы убить его хотите, что ли? Научись нормально говорить, юная леди, и нет, мы не хотим его убивать. Эти господа работают на меня. Они проследят за тем, чтобы никто не помешал нам выполнить поставленные задачи. Ну, блин, даже не знаю. Я не уверена. А что, испугалась девчонка? Молчи, дикарь. Прояви уважение к юной леди, не говори с ней как со своей мамашей. Что ты сказал, старикан? Макс, забей. Отвечаю, я его кончу. Дорогая, скажи, твоя мама городской служащий? Ну? Думаю, я прав. И думаю, ее зовут Бернислав. Да, но... Что ж, юная леди, давай на чистоту. Если поможешь нам осуществить поставленную задачу, мы поможем и тебе, и твоей маме. Как тебе такое? А если не помогу? Не ржите, как дебилы. Вы уже завалили два задания. Еще один прокол, и позову парней покрепче. Покрепче? Нет никого крепче ОП. Да. Знаете, я передумал. Все же придется вам встретиться с куколками. Куколками? Джеймс, к тебе пришли какие-то три дамы. Серьезно? Сейчас подойду. О, дамы, дамы, дамы. Одна красивее другой. Привет. Привет. Хотела пообщаться с главным, а получила красивого. Ой, вы это обо мне? Да я обычный старпер, бросьте. Да, я о тебе. Я о тебе наслышана. Но в жизни ты еще красивее. Ну, что тут скажешь? А что вам нужно? Следи за тоном. Ты вообще знаешь, кто мы такие? Эй, здесь ни у одной у тебя пушка. Так, дамы, прекратите. Прошу прощения, как вас зовут? Афина. А вместе мы куколки. Это Шерри и Шоколадка. Как дела, дамы? Я привела свою племянницу Кайру в центр на занятия. Привет. Мы пришли осмотреться. Нам проблемы не нужны. Хорошо. Тут у вас проблем не возникнет. Но на территории центра преступными действиями заниматься запрещено.
и от пушки придется избавиться. Если условия вас устраивают, я вам все покажу. Идет. Что ж, прекрасно. Дамы, прошу. «75? Надеюсь, это небольшая предоплата, а не вся сумма. Остальное жду потом». Чё, готов? Всегда готов. За ним. Да. Давай, давай. Черт, они догоняют. Давай. Господи, ты как? Да, я в норме, мама. Я вся перепугалась. Я в порядке. Джеймс, да что с тобой такое? Какого черта ты вечно лезешь к тем головорезам? Я не виноват, мама. Я знаю, в чем дело. Ты не можешь оставить их в покое. Господи, ты вечно пытаешься быть героем. Я же просила тебя уволиться из центра после шоу талантов. А теперь они пытаются тебя убить. Твоего отца я уже лишилась. Я не хочу терять и тебя. Ма, я был... Хватит тут мамкать.
Мне плевать, что ты взрослый. После меня ОП покажутся тебе не такими жестокими. Меня из-за тебя приступ хватит. Мам, знаю, ты расстроена. Успокойся. Расстроена? Я не просто расстроена. Послушай, я приехала в этот город, чтобы хоть как-то тебя прокормить. Ну и для того, чтобы преподавать пенсионерам аэробику. Я хотела быть рядом. Я хотела тебе помогать. Но теперь за тобой гоняются какие-то негодяи. Я из дома-то боюсь выйти. Прости, мне жаль, что это так на тебе сказалось. Но я не дам им закрыть общественный центр. Я не сдамся без боя. Ты нас в нем воспитала. Ты сама говорила, что не представляешь, что бы ты делала без центра. И я тоже не представляю, как без него бы сложилась моя жизнь. Наверное, стал бы таким же тупоголовым гангстером. Джеймс, послушай. Брось это дело. Оставь его в прошлом. Ты опять? Слушай, ты можешь найти другой такой же центр. Ты можешь устроиться на другую работу. Но мысль о том, что ты погибнешь на этой нелепой... Где бы я ни был, быстрые выводы и высокие коэффициенты всегда со мной. Ставка. Выигрыш. Мелбет. Из заварушки меня убивает. Я уже... Уже что? Я уже лишилась твоего отца. Ма. Ма. Мама. Нет. Мама, послушай. Все хорошо. Я подал заявление в полицию. Меня не отпустили без лишних вопросов. Я поговорил с детективом Уотсом, и он обещал особо пристально приглядывать за общественным центром. Но, пожалуйста, мама, перестань плакать. Ничего не случится. Серьезно, Джеймс? Ты-то откуда знаешь? Я откуда знаю? И правда, откуда мне знать? Господь сказал. Всевышний меня выручил. Ну ты безумец, весь в отца. Да, бывает. Только обещай, что будешь себя беречь. Обещаю, ма. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Со мной ничего не случится. Все, иди отсюда, пока я не передумала. А, погоди. Пока не ушел, может, хочешь что-то поесть? Ты про знаменитую домашнюю еду мамы Брэкстон? С этого и надо было начинать. Если будешь хорошо себя вести, на десерт получишь мой свежеиспеченный яблочный пирог. Круто, давай есть. Люблю тебя, солнце. Пошевели задом и достань мешок для пикника. Организуй вечеринку, как тебя и просили. Если сейчас же не выйдешь, то опоздаешь. Почему ты еще здесь? Ты не дала мне ключи от фургона. И не забудь его заправить. Спасибо большое. Алло, кто звонит? Добрый день, мисс Уорнер дома? Кто это? Браун, это ты, тупица? Позови мисс Уорнер к трубке. Ладно, сейчас. Спокуха, Белинда. Эй, мисс Уорнер, вам звонят. Кенни, не ори так. Сваливай. Кыш. Алло, мисс Уорнер слушает, чем могу помочь?
Уорнер, добрый день. Тебе бы обучить сотрудников телефонному этикету. Скажи, Брэкстон там? Здрасте, Белинда. Ты что, хотела поговорить с Джеймсом? Нет, говорить с ним не хочу. Просто передай ему, что благотворительный вечер талантов все же состоится. Ничего себе, какие прекрасные новости. Слушай, а ты не знаешь, почему они передумали? Это не твое дело, Уорнер. Просто передай ему, что я сказала. Боже, какая грубиянка. Интересно, что задумал суперинтендант? Не может. Так, прошу минутку внимания. Минутку тишины. У нас есть важное объявление. От лица мисс Уорнер и центра объявляю, что мисс Уорнер уехала по делам. Но у нас с Лизой Барнс есть некоторые новости, которые мы бы очень хотели вам рассказать. Думаю, вам понравится. Видимо, произошло чудо. Потому что городская администрация все же решила дать нам еще один шанс. Благотворительное шоу талантов все же состоится. Но не забывайте. Да. Не забывайте о том, что случилось на прошлом благотворительном вечере. Народ поднял шум, начал протестовать, и нам дали последний шанс. Да, да. Ну что, вы рады? Вот это я понимаю. Да. Да, именно это нам и нужно. Постой, Джеймс. Сначала администрация хотела нас прикрыть, а потом нам дали шанс. Как-то это все подозрительно. Мисс Барнс права. Ходят слухи, что ваш суперинтендант причастен к грязным делишкам в мэрии. Знаю, вам об этом говорить нельзя, но я здесь не работаю. Именно. Но ты пользуешься зданием. Есть у кого доллар? Нет, уйди! Уйди! Успокойтесь, народ, тише. Слушайте все. Молчи, старик Лу. Вы слушайте меня, народ. Вот скажите мне. А какая вообще разница? Возможно, это последний шанс сохранить нашу работу. Да. Ты прав, да, это правда. Так, давайте по очереди. Защитник. Да. А что, если на нашу вечеринку заявятся головорезы из отбитых парней? Так, малышка Джейк, я обеспокоен тем, что ты этим обеспокоена. Но мне пообещали, что в этот раз нас будет охранять полиция. И офицеры, и люди под прикрытием. Ну и, конечно же, вас будет охранять ваш любимый защитник. Ой-ой. Как-то это все подозрительно. Мне тоже так кажется, милая. Согласен. Знаю, но послушайте, думаю, Билл Бёрн не будет против дополнительной охраны. Да, но вы лучше скажите, хоть у кого-нибудь из вас есть доллар? Нет, свали! Нет! Ну, тогда я пошел. Трепитесь про поддержку, а деньги отсыпать не можете. Хватит. За старика Лу не волнуйтесь. Он к нам вернется. Вернемся к обсуждению. Джеймс? Да. Как там наш благотворительный вечер? Он же концерт, он же шоу талантов. Что с ним? Рад, что ты спросила, Лиза. Потому что наши маленькие модели уже готовы показать всем класс. Все готовы. Слушайте. Тихо, сядьте. Вы все здорово постарались. Поаплодируйте себе. Вы это заслужили. Даже наша команда зачистки отлично постаралась. Да, это точно. Да. Вы молодцы, ребята. Так, осталась еще одна новость. С радостью хотел сообщить. Если рост
Продажа билетов хоть чуть-чуть говорит о том, что мы с вами пытаемся добиться, то мы с вами достигли цели. Мы собрали 50 кусков, народ! Да, покажите мне деньги! Покажите мне деньги, народ! Мы молодцы! Да. Также я хотел поблагодарить свою маму и ее группу по степу. Спасибо всем пенсионерам, без вас у нас бы ничего не вышло. Да, да. Вы все проделали невероятную работу. Мы спасем наш центр. Спасем наш центр! 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 Мы не друзья, мужик. Вот твои деньги. Все там, не считай. Лады. Верю. Потом пиши, Уэсли. Детектив Уотс. Здравствуйте, детектив Уотс. Говорит мистер Билл Бёрн из Министерства отдыха. А, здравствуйте, Лоуренс. Я получил ваше письмо касаемо благотворительного вечера в центре Эндрю Янга. А, чудесно. Я звоню сообщить о некоторых изменениях. Я разрешил директору центра мисс Хелен Уорнер и ее помощнику Джеймсу Брэкстону нанять частную охранную организацию. Именно они будут охранять людей во время благотворительного вечера 30 числа. Я пообщался с мэром. И мы подумали, раз на вечере будет дежурить охранная организация, и там будет охрана центра, то вашим офицерам лучше заняться делами поважнее. Лоуренс, я... Для вас я суперинтендант Билл Бёрн, сэр. Хорошо, суперинтендант Билл Бёрн, вы уверены в своем решении? Центр Эндрю Янга является мишенью для отбитых парней, одной из опаснейших банд города. Вы в курсе, что они сорвали прошлый благотворительный вечер? И что с того? Что с того? Они могли кого-нибудь убить. Ваша охрана их остановить не смогла. Также я слышал, что по городу рыскает женская банда. Они называют себя куколками. У каждой из них есть судимость, и не одна. Тут и вымогательство, и распространение наркотиков, нападение, похищение, в общем, весь набор. Вы, кажется, заработались. Впервые слышу про этих куколок. О них переживать не стоит. А какую организацию они наняли? Уверяю вас, всех сотрудников охранной организации проверили мои шавки, то есть мои рабочие. Поверьте, люди будут в безопасности. Так что на вашем месте я бы закрыл рот и следовал приказам. В противном случае вы лишитесь жетона. Дебил. Лжецы верят лжецам. Получить захотела? Ничего ты мне не сделаешь. Заткнись. Нет. А ну встал. Встал. Ладно, защитник хренов, грохну тебя в другой раз. В другой раз. Что мне там говорил прочитать преподобный? Матфей, глава 20? Евангелие от Иоанна, глава 2.
сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов. И деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». Ничего себе! Глубоко. Преподобный гений. Он дал мне в горло. Готовьтесь. Прямо в горло дал. Чё? Ну чё, готовы? Да. Запомните, наша главная цель — тот гондон Брэкстон. Но если кто-то встанет у нас на пути... Йоу-йоу-йоу, тут всё или ничего. На войне не бывает хорошо. Верни мою пушку. У меня своего нет. Йоу, босс, дайте мне его кончить. Я сам хочу все сделать. Уверен, у меня получится. Ладно, Пит. Но запомните, если в этот раз завалите дело, будете иметь дело со мной. Усекли? Да. А с куколками что? Билл Бёрн сказал, они будут ждать нас в центре. Я не доверяю ни им, ни тому старперу. Да срать на них. Мы грохнем Бэкстона. С куколками или без. Мы ОП. Отбитые парни всем покажут. Мы ОП. Отбитые парни всем покажут. Погнали. Найди сайт лучшего букмекера 2021 года Malbet, получай бонусы, делай ставки и выигрывай. Гангстеры, заряжаем пушки. Помните, нам нужен Брэкстон. На остальных плевать. Той гниди хана. Отмудохаем его так, что он будет молить о смерти. Молчи, имбецил. Да хватит меня уже бить. Готовы, дамочки? Да, за дело. О, да. Привет, гангстеры. Пойдете на вечеринку без нас? Вы опоздали. УП никого не ждут. Так, мы не опоздали. Мы не опаздываем. Нам сказали приезжать в 8. Молчи, шлюха. Если Стил говорит опоздала, значит опоздала. Чё ты сказал? Правильно. Да я просто выпить с вами хотел. Чё вы? А ты темпераментная. Не обращай внимания, он тупой. Идем. Чё тебя вечно все бьют? Уйди! То пацан, то девка. Убрал! Тот мелкий каратист.
Ну что, идем? Вы как, готовы? Вон он. Вижу ту гниду Брэкстона. За ним. Я с тобой поквитаюсь. Кори, ты чё ждёшь? Давай за ним. А ты куда собрался? Да. Тебе крышка, мужик. Давай. Дебилы, вечно вы косячите. Не с места. Вы арестованы. Не зря я вам, шалавам, не доверял. Стой! Эй, Рара! Пригони тачку, куда я просил. Я приготовила для тебя сюрприз. Бросайте! Выпущу в вас троих всю обойму, суки. Решили тягаться с ОП? С ума сошли? Отойди, Макс. В машину, девочки! Надо отсюда валить, Макс. Бежим, бежим, бежим. Так, вы должны привести сюда помощь. Кого угодно, езжайте в полицию, попросите их сюда подъехать, срочно. Я могу помочь, я сам все сделаю. Ты и так уже сделал все, что можешь. Если хочешь помочь, приведи помощь. Попросите кого-нибудь ему помочь. И приведите копов. Они нам нужны. Пусть они идут, а я пойду с тобой. Никак нет. Тебе самому сейчас нужна помощь. Приведи подмогу, слышишь? А тут я и сам разберусь. Понял. Вперед. Я устил. Нафига мы подъехали к черному входу? Потому что я видел, как сюда побежал Брэкстон. И выход у него только один, через нас. Где Брэкстон? Мы вернулись в место, где нас посвятили в гангстеры. В место, где мы убили твоего отца. Слушай сюда, Стил. Что бы сейчас ни произошло, сегодня все кончится. О, да. В этом ты прав. Именно сегодня все и кончится. Кончится твоя жизнь. Сегодня мы тебя грохнем. Забавно, что он лег на то место, на котором убили его отца. Нет! Нет! Нет!
Нет. Отойдите. ОП, валим. Не забывай мои слова. Устал? Куда бьешь, мужик? Он что, молится? Типа того. Ну да, скоро встретишься с создателем. Прикончи его. Прикончи его. Йоу, Стил, мне кажется, это должно было закончиться иначе. Это мы должны его мочить. А получается наоборот. Я сам разберусь. Давай, да, да. Тебе крышка. Давай, Стил. Нравится? Из тебя хлещет кровь. Как тебе? Класс, Стил. С этим пора кончать. Давай, братишка, давай. Все можно было сделать проще. Куда проще. Так давай. Ну нет. Вы с бабами решили меня опозорить? Это я вас сейчас опозорю. Я сейчас со скуки умру. Нет, умрешь ты не так. Это было бы слишком просто. Поиграемся? Ну чё, ты готов? Ну, готов? Вставай, защитник долбанный. Подъем. Да. Yeah.
Это еще не конец, защитничек. Готов отхватить? В чем дело? Что такое, защитник? Рука заболела, да? Никуда я не уеду, здесь меня никто не достанет. Тут безопасно. А ты где был? Ты чё? Хватит играться, защитник. Стоять! Замри! Это тебе за моих напарниц-куколок и за малышку Деб. Видишь жетон? Я из полиции. Не на ту напали, твари. Бабам нельзя доверять. Бабам? Да уж. Баба из нас здесь ты. Вторую руку давай. Обзывать еще будет. Блин, полегче. Ученики сказали, тут драка. В чем дело? Мы уже совсем разобрались. Сейчас подъедет скорая и полиция. Но спасибо. Ладно, подежурим тут до приезда скорой. Побудешь с ним? Осторожнее, я только что спасла тебе жизнь. Да, ладно, ладно. Справилась? Да, он живой. Где детектив Уотс? Надо поймать еще одного злодея, Билл Бёрна. Поехали. Лоуренс Билл Бёрн, вы арестованы. А в чем, собственно, дело? Что за вздор? Вы арестованы за хищение средств из организации убийства. Вы представляете угрозу для общества. Вы террорист. Сумку сюда. Есть что сказать? Просто уточнил. Да, конечно. То есть спокойно. Yeah.
Эй, мы же вроде знакомы. Да, это я построила против тебя дело. И если учесть все, что ты сделал, в ближайшее время тебя точно не выпустят. Да, следующее лицо будет улыбаться тебе уже не так искренне. Башку пригни. Сади свой зад в тачку. Повязали. Да. Больше не будет портить жизнь детишкам. Стырил деньги у детей. Посмотрим, как тебе понравится в тюрьме. Самика сообщила Билл Бёрну о всех сильных и слабых сторонах центра, в то время как отряд под прикрытием куколки следили за действиями ОП. Объясните нормально, детектив. Вот что я пытаюсь сказать. После смерти офицера Дебры все прояснилось. Мы знали, что Билл Бёрн приказал банде терроризировать центр. Он хотел убедить жителей в том, что в центре небезопасно и что его надо закрыть. Мы попросили куколок внедриться в их банду и заручиться доверием Билл Бёрна. А потом их повязали, сразу всех. Да, малыш Зик. Это мы и сделали. Надо уволить ту Тамику. Да отстань от нее, Белинда. Она пыталась исправиться. Да, конечно. Брэкстон, ты понимаешь, что ты устроил? Думаете, это все из-за меня? Да, из-за тебя. Из-за тебя в центре открыли стрельбу. И ты напал на начальство. Начальство состояло в банде, которая пыталась нас убить. Несмотря на это, мэр лично нам сообщил, что необходимо как можно скорее перевести в другое место. Я понимаю, что ты спас центр Эндрю Янга, но многие шокированы тем, что им из-за тебя пришлось пережить. Им пришлось пережить? На нас подали несколько исков. Надо будет платить за адвоката, и нам не на что восстанавливать центр. Да блин, мисс Райс. Вы же сами понимаете, что все это расплата за арест вашего другана Билл Бёрна. Серьезно? Плевать мне, кто провинился. Хоть Boyz II Men, хоть Two Live Crew, они выплатят залог и потом заявятся сюда. Блин. Она права. Если я здесь останусь, я подвергну опасности жизни своих близких и друзей. А куда вы его переведете? Не знаю, в центр Мэй Джеймисон? Несправедливо они с тобой. Куда бы тебя ни отправили, мы с тобой. Started now.